Один из старейших факультетов Ивановского государственного университета и всего города в этом году отмечает 95-й день рождения. Вот уже почти век двери ИСТФАКа открыты для юных и любознательных. 95 поколений первокурсников получили здесь свои первые студенческие билеты. Одним из них был Андрей Кабанов, уполномоченный по правам человека Ивановской области. Также вот мы робко сначала переступали порог нашей альма-матер Ивановского государственного университета. И, конечно, мне очень приятно, что до сих пор традиции, которые были очень заложены много лет назад, они до сих пор на ИСТФАКе соблюдаются. И вот такое торжественное вручение студенческих билетов выпускникам – это очень давняя традиция исторического факультета. Традиция торжественно вручать историкам-новобранцам их первые студенческие документы – не единственная. Исторический факультет сам имеет долгую интересную историю. Исторический факультет ведет свою историю от социально-исторического факультета. Он был одним из двух факультетов, которые были в Иваново-Вознесенском педагогическом институте. То есть с 1918 года. Исторический факультет, он продолжает свои традиции. У нас каждый год проводятся юбилеи. Это в декабре, 21 декабря. Как раз примерно именно в этот момент был создан педагогический институт. При этом каждые 5 лет у нас юбилеи проводятся с размахом. То есть снимаются какие-либо залы, в большинстве случаев это ИФТЭКС. Приглашаются все выпускники. Совсем скоро в судьбе факультета и его студентов произойдет важное изменение. Переселение в новый, только что построенный корпус. Здесь-то и начнется новая страница истории исторического факультета. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.